Стал. А? Ты лучший игрок стал? Да, конечно. Ты лучше стал? При живом дорожка? Да сколько ему давать-то можно? Он уже двукратный обладатель. Он сам себе может передавать его. Так ты передавай ему. Ну, я следующую передам. Нет, ты следующую... А ты следующую себя... Я давно заслужил. Ты давно заслужил, да? Не стесняйся. Поверни камеру. Не стесняйся. Кирилл давно заслужил. Этот... Ничего себе. Показать, что это? Да меня бил уже ею. О, да ты рыцарь. Да я бороду уже для Так этого. Ты сейчас спокойно до акварели дойдешь, да? Без проблем. Привет. Нападающий Колорадо Михаил Мальцев выставлен на драфт отказов клубом. И теперь он может вернуться в Россию. А права на него здесь принадлежат Спартаку. Надо хорошо подумать. «Авангард» снова опозорился, уступив «Кунь-Луню» дома 0-4, а в «Балашихе» команды бились за очки. В «Балашихе» Витязь встречался со «Спартаком», и если кто-то ожидал огромного количества шайб, то он должен был выбрать другой матч. Красно-белые с Борисом Мироновым стараются аккуратно играть в защите. И пусть не всегда получается, но мы все помним, как команда засушила «Акбарс». У «Витязя» же новый герой. Вратарь Максим Дорожко идет в лиге с каким-то диким коэффициентом надежности. Он отражает свыше 96% бросков, и никто не знает, что происходит. Даже сам голкипер. Чем ты связываешь такой всплеск? Да без понятия, на самом деле. Все игры как в тумане. Вот, выхожу, что-то летит, прилипает, хорошо. Но я просто такую статистику так просто не получается. Ну, я вроде ничем таким не занимался особенно. В принципе, готовился, как обычно. Просто что-то как-то открылось, что-то. Сам в шоке. И это еще в запасе Дмитрий Шикин, который тоже здорово начал сезон. Витязь, конечно, не против забивать больше, но вы же понимаете, что подмосковному клубу тяжело биться за игроков на рынке. Приходится брать по остаточному принципу и выжимать из всех по максимуму. Это не значит, что там плохие ребята, но будем честными, что все знаменитые игроки в других командах. Зато шанс для таких форвардов, как Рассказов, Старков, Кара. Команда победила «Спартак» после обидного поражения в Санкт-Петербурге. Витязь мог взять очки во встрече со СКА, но не хватило пары минут. Зато клуб обвинили в грязной игре, а немного странный бывший «Тавга» Александр Юдин сообщил, что старый «Витязь» возвращается. Это очень смешно, драться там некому. Да и потом смотрите, как легко они отдают еду. Спасибо. А где пряники-то знаменитые? А-а-а. Вы угощаете пряниками? Уже большие, раньше. Раньше маленькие, да? Ой-ой-ой. «Тавга» и так делают? Я бы, честно говоря, и сам был бы рад возвращению массовых потасовок и профессиональных бойцов, которые держали в страхе всю лигу. Но у «Витязя» это спортивные задачи. Сегодня ждали потасовок, постоянной грязи от вас, старый «Витязь» вернулся. А что вы это, не дрались? Мы играем в советскую хоккей. Как? Не, ну серьезно, что вы драться-то, разве боитесь что ли кого-то? Конечно. Боитесь, да? Конечно, всех причем. Мы играем. Боитесь. Если про нас пишут так, значит нас уважают. Ну вы просто грязно играете, так вообще ненавижу. Голову, в колено. Голову, да. 2-1, по булитам, фу. В «Спартаке» же впервые в этом сезоне не забил Матвей Заседа, парень, который прошел многое, чтобы оказаться в основе клуба КХЛ. Он теперь ценит каждую секунду в лиге. Надеюсь, что у тебя этот темп сохранится. И да, ты столько уже пережил, чтобы пробиться на этот уровень. И, наверное, сейчас будешь зубами, да? Так же есть, я стараюсь показывать это сейчас не словами, а действиями. Дай Бог, что все получится. «Витязь» победил «Спартак» серии буллитов. Через два дня команды встретятся снова, но уже в Мегаспорте. Снова будет мало голов, но много старания. Это же железные люди, на них даже все заживает слишком быстро. О, а чем попал? А, булкой. Булкой? На завтраке. Ну молодчик, а. Ну как ты, губа, есть какая-то мазь специально, может? Регенерация, мазь Вишневского есть. «Трактор» потерпел 5-е поражение подряд, на этот раз в Череповце. Правда, хотя бы взяли очки, уступили-то в серии буллитов. Сергей Шумаков снова не забил. Нападающий Никита Сошников из «Айлендерс» сохранил свое место в клубе. Его на драфт отказов не выставили. А два российских хоккеиста поменяли команду.
Мы уже говорили, что нападающим Климом Костином были недовольны в Сент-Луисе. Стороны не сходились во мнении о потенциале нападающего, и руководство Блюз решило проблему коммуникации радикальным вариантом. Хоккеисты обменяли в Эдмонтон, получив взамен Дмитрия Самарукова. Клим покидает организацию, на которую очень серьезно обижен. Уж слишком часто их обещания расходились с делом. Фактически форварду, выбранному в первом раунде 2017 года, так и не дали возможности проявить себя. Прекрасно помню, что на один из молодежных чемпионатов мира Костин приехал воодушевленный. Рассказывал, что в клубе пообещали поднять его в первую команду, если он проявит себя. Костин набрал 8 очков в 5 матчах, ехал в клуб радостный, но его моментально отправили в фарм-клуб и забыли о хоккеисте. В НХЛ Клим дебютировал только в сезоне 19-20 и хотя довольно быстро забил, но больше 4 игр ему провести не дали. Лучшим в карьере Костина был прошлый сезон. Он провел 40 матчей, набрал 9 очков, но при этом было видно, как хоккеист относился к происходящему. Мягко говоря, ему не нравилось ни время, ни задачи. В Блюз не рассматривали Клима как форварда первых двух звеньев. В какой-то момент тренерам надоело спорить, и они сделали ставку на Торопченко, который был абсолютно всем доволен. При этом Костин еще раз продемонстрировал, что ценит организацию, подписав контракт на 750 тысяч нынешним летом. Мог бы уехать в Россию на совершенно другие деньги. Что ждет Костина в Oilers – большая загадка. Хотя бы потому, что все знают о колючем характере игрока. Но шанс ему точно дадут. Для Самарукова вряд ли что-то изменится в жизни. Он осядет в фарм-клубе, и если получит шанс в первой команде, то лишь в случае травм ведущих защитников. Впрочем, нефтяники также отправили хоккеиста в фарм-клуб. В ВХЛ первый матч в карьере на взрослом уровне провел голкипер Семен Визовой, которого сенсационно задрафтовал Сиэтл. Получилось неплохо. Тарос хоть и уступил со счетом 0-1, но Семен отразил 24 броска. И последнее, новое на пресс-конференциях. Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов теперь ест во время общения с прессой. Я даже не знаю, что может быть хуже. Точнее, знаю, но говорить не хочу. До свидания. Ну расскажи, чем заниматься в воскресенске вечером, в выходной? Воскресенске вечером, выходной, можно прогуляться. Где? Фонтану, который не работает. Так. Так, можно... Да не, на самом деле много там мест хороших. Например? Там есть парк отличный. Уточек можно покормить. Ты кормил уточек? Бывало. Сначала гулял, там узнавал местность. На свою зарплату ты кормил еще и уточек?